Информация, которая была на момент начала обсуждения необходимости введения чрезвычайного положения на рынке электроэнергетики, за истекшие несколько дней мы всерьез пересмотрели режим работы электростанций. Славянская станция, которая, собственно, фигурировала в цифре 14 дней, перешла на работу малым корпусом малого блока, и сейчас у нее запасы оцениваются более чем в 50 дней. 50 дней? Да. Запасы на 50 дней. Да, только нужно понимать такой вопрос, что она при этом уже практически не производит электроэнергию, и эти меры больше предназначены для того, чтобы не разморозить станцию и обеспечивать теплом населенный пункт, который... Я бы хотел немножко своей работой за эту блокаду добавить чуть-чуть как бы эмоциональный момент, который неизбежно присутствует в связи с самим термином чрезвычайного положения или там чрезвычайных мероприятий, добавить чуть-чуть как бы профессиональной позиции. Вопрос заключается в том, что принципиальная разница между веерными отключениями или аварийными, да, и графиком почасовых отключений, которые будут действовать в условиях чрезвычайного положения, это вопрос а. внезапности, б. контролируемости. Одно дело, когда мы понимаем, что есть определенный дефицит мощности, который при этом есть не круглые сутки, а он есть только в период максимального потребления электроэнергии. Это дневной, вечерний максимум. То мы говорим только о том, что есть чуть-чуть, 5-8% дефицита электроэнергии в этот период в связи с тем, что не хватает мощности на тепловых электростанциях. Поэтому мероприятие, которое говорится, это не добровольно-принудительное, это чисто добровольное. Над этим сейчас работают по поручению правительства. Я просто вижу очередь бизнесменов и хозяев заводов, которые стоят к вам и предлагают сократить свои объемы производства, например, лишь бы люди остались без света. Смотрите, я вижу эту идиллическую картину. Укрэнерго не контактирует с потребителями в принципе, у нас другая работа. С ними сейчас работает. Смотрите, если я правильно понял Дмитрий, он говорит о том, что бизнес за все это заплатит, а люди, конечно, останутся со светом. Нет. Но тогда возникает вопрос, какой ущерб будет получать украинская экономика. Что будет? И это все равно отразится на людях. Послушайте, в любом случае сокращение промпроизводства – это то, чего меньше всего хотелось бы в данной ситуации. Но в первую очередь сокращение промпроизводства будет вызвано не ограничением поставки электроэнергии, а нарушением сложившейся логистической схемы по поставке того или иного сырья в цепочке производства. Я не буду оспаривать то, что диверсификация нужна не только в вопросе поставок угля, но в том числе и в вопросах поставок другой сырьевой базы для промышленных предприятий Украины. Но если говорим о краткосрочном периоде, то основная причина будет снижение промпроизводства именно в нарушении этой логистической цепочки. Если вернуться к моему вопросу, к электроэнергетике, речь не идет о уменьшении производства, речь идет о том, что мы работаем с промышленными потребителями, имеется в виду мы, это государство, в целом, о том, чтобы они сместили рабочие часы на этот сложный период с дневного периода в ночную смену. Да, это дает некие дополнительные неудобства и небольшие затраты промышленным предприятиям. Да, это дает людям небольшие неудобства, что нужно вспомнить о том, чтобы стиральную машинку включить в 10 вечера, а не в 7, как тебе хочется. Но если мы сможем 10% промышленности, той, которая работает не в круглосуточном режиме, имеется в виду, а в односменном или там в полуторасменном режиме, перевести в ночь, а каждый из нас, потребитель, имеется в виду индивидуальный, придет дома и включит на 10% меньше электроприборов в вечернее время до 10 вечера, мы спокойно проходим. Ваша мысль понятна, Дмитрий.